И всем привет, ребят, с мистер Вайк, все записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашей мини-игре. И сегодня я бы хотел бы поделиться определенными цифрами прохождения этой мини-игры. Мне продемонстрировали Практически полностью прохождение этого ивента И сегодня я поделюсь информацией о том, сколько нужно потратить в этот ивент Чтобы дойти до каких-то определенных целей Если вы ждали подобного рода видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком Не забывайте подписываться на этот канал Ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч такой Для этого у нас только в аккаунте, все мой личный так так темп. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании Что же касаемо Нашей мини игры То уже на протяжении двух дней подряд Я ну в принципе свое прохождение закончил И остановился на Втором чекпоинте на 24 э, Шагу С 21 ходом И в принципе моя Прохождение э, мини игрулечки Закончилось на этом Но что касаемо других ребят Уже в первый день были игроки, которые практически полностью залетели и прошли этот ивент. Сколько они потратили на это и как у них все это дело сложилось, сегодня мы это разберем, так как мне продемонстрировали любезно скрины. Что касаемо планет, то игрок дошел до шестого чекпоинта, прошел полностью шестой чекпоинт и получается забрал, 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 Забрал у нас, получается, призы с уже шестой чекпоинт. Это что у нас получается? Шестой чекпоинт забрал у нас... Да боже ты мой, что он не крутится до конца. Забрал у нас хопера нового с ключом дополнительным. Ну и, понятное дело, что здесь еще и крусейдер и Ricochet был с четвертого, пятого чекпоинта, который у меня, например, на своем аккаунте есть. Да, у меня эти скины имеются. Он дошел до шестого чекпоинта, да? При этом ему понадобилось на все это дело потратить 83 хода, да, 83 хода, и 86-ю планету он дошел. Последний круг э, включает в себя 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не знаю, будет он проходить последний чекпоинт или не будет, да, я, честно говоря, по этому поводу не узнавал, но, может быть, и будет, но в любом случае, чтобы дойти до предпоследнего чекпоинта, ему понадобилось 83 хода в этом ивенте. Это, если сравнивать с предыдущими ивентами, ну, казалось бы, не так много, да? Казалось бы, не так много, но учитывая тот факт, что в этом ивенте все ходы и вся энергия стоят очень и очень дорого, то даже 86 ходов по стоимости обходятся очень и очень дорого. При этом у этого игрока до этого не было других скинов, да, поэтому у него была мотивация забрать все это дело, получить на свой аккаунт. Есть такие игроки, у которых есть желание вкладывать такие безумнейшие деньги в наш проект. Ну и самое интересное, да, самое интересное. Сколько же он потратил на все это дело, да? Потратил на все это, он 70 тысяч танкоинов. Более 80 тысяч рублей у него ушло до, для того, чтобы дойти до как раз таки этого чекпоинта. Да? Вы просто вдумайтесь, какие безумные деньги нужно вложить в этот ивент, чтобы дойти до таких целей. И я более чем уверен, что есть игроки, которые на сегодняшний момент времени уже полностью прошли эту мини-игру, да, так как у вас было, у игроков есть возможность вложить в первый же день сразу все в энергию, да, и сразу же полететь, да, то есть можно купить сначала спецпаки обычные, потом добавку сверху и долететь уже до таких вот цифр. Выглядит все это дело очень безумно, да, в моем понимании это прям, ну, очень жестко, да, потому что, по сути, у нас здесь не добавили никаких новых устройств, да, то есть устройства здесь по сути старые, и вся мотивация игроков это пройти чекпоинты, чтобы получить новые скины, да. И такие безумные игроки есть, которым эти скины нравятся и которые за этими скинами стремятся и проходят эти мини-игры. Да? Более чем я уверен, что чтобы пройти последний чекпоинт, тут уже надо будет, ну, наверное, 300 энергии еще сверху. Да? Если не повезет, даже если будет и сильно вести, мне кажется, все равно здесь будет откидывать назад, потому что количество метеоритов очень большое, даже с учетом того, что метеорит откидывает максимум на минус 3, да, все равно здесь еще очень солидные цифры надо вложить, чтобы пройти с 6 до 7 чекпоинта. Да? Поэтому как-то так. Я честно, ну, немножко в шоке. Да, от того, что, во-первых, такие игроки у нас есть в игре, да, которые вкладывают такие безумные деньги, вкладывают в это все дело, ну и пытаются пройти супер сложные скамовые ивенты, да, и доходят до таких чекпоинтов. Я думал, конечно, что данный игрок пройдет полностью, но может еще у него в этом плане все впереди и он еще Попробует попытать удачу и пройти полностью эту мини-игру Хотя Это сделать, ну, явно по вложениям Будет крайне-крайне дорого Пишите, что вы думаете по этому поводу Пишите, что вы думаете по этому поводу Какие у вас мысли Связанные с этой мини-игрой Да Как вам такие вложения Вложения в 80 тысяч, 70 тысяч танкоинов Да что вы думаете? Крутяк? Не крутяк? С камина? Не с камина? Да? Обязательно поддержите данный видос лайком, если он вам понравился, если вы ждали, да, вот по наградам тоже можно здесь понять, сколько вообще дают танкоинов за каждый круг. но ну, прям очень маленькое количество, прям очень маленькое, то есть за круг 240 танкоинов, я думал, что тут хоть какие-то цифры танкоинов будут хорошие, да, тут по танкоинам, по ключам, ну, прям супер мало, если честно, прям супер мало. Я думал, что будет здесь пожестче, пожестче призы и пожестче предметики. Так, и у меня есть, кстати, еще скриншот, как выглядит у нас, получается, хоппер. Хоппер как раз-таки вот этот вот РТ. Да? Вот так вот выглядит его вид. Да? Кому интересно, тот может быть. Себе тоже его захочет, и сейчас, как бамсы, пройдет полностью мини-игру, чтобы получить вот этот замечательный скин. Но я немножечко, конечно, в шоке от того, какие вложения нужно сделать, чтобы дойти до таких цифр в этой мини-игре. Мне кажется, что предыдущие мини-игры явно были дешевле, явно стоили не такие безумные цифры. Но. Тут уже меня, если что, поправят в комментарии те ребята, которые эти мини-игры проходили и получали все эти самые предметы. Поддержите видос лайком, подписывайтесь на канал, пишите, что вы думаете по этому поводу. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!